первую очередь хотели бы посмотреть потенциальных новичков, которые тренируются с командой, которые могут пополнить наши ряды. Хотелось бы их именно в тренировках видели, а именно в игре. Все-таки любая игра – это больше информации, да, чем учебно-тренировочное занятие. В этом плане, конечно, есть пища для размышлений. В этом довольны, как выглядит. Вообще понравилось настрой, понравилось желание. Моментами очень неплохо смотрелись, хорошие голы забили. Ну и, как всегда, любая победа, она приносит положительные эмоции. Две недели подготовки уже позади. Можно ли подвести небольшой итог вот этого периода в межсезонье? Что получилось, может быть, что нет? Все, что запланировали, все идет по плану, по графику. Мы здесь независимо от погодных условий, потому что манеж – это идеальный выход из сложившейся ситуации. И тут мы независим от каких-то природных катаклизмов и стараемся по максимуму использовать те возможности, которые у нас есть. Все идет по плану, и подготовка продолжается. И сегодня Ануфриева не было в составе? Приболел. Уже лучше себя чувствует и планируется в общей группе с понедельника дальше присоединиться к команде.